Hello, друзья! С вами Сифро, и сегодня я покажу мод на мебель для Майнкрафта Pocket Edition. После установки этого мода в вашем крафте появится несколько видов мебели, которые украсят ваш дом. Но, к сожалению, сразу скажу всем, что, когда будете смотреть это видео, вы увидите некоторые баги, связанные с мебелью. Но первая наша мебель — это вот такой декоративный шкафчик, который выполнен очень красиво и не имеет никаких багов. Есть также лампа, друзья, она не работает. Ну, дальше у нас идет стульчик, на котором можно просто уютно пиздеть. Но что я хочу вам сказать, что мы можем просить все баги этому моду за то, что это первый мод, который добавляет нам настоящую мебель в наш Майнкрафт. Ну, собственно, дальше у нас идет декоративные свечи, можно сказать, даже и тут, и у них сверху горит огонь, за что можно поставить отдельный лайк именно вот за эти декоративные свечи. Ну, а дальше у нас идет надгробие, или, как говорят многие, крест, хотя даже я говорю это крест, потому что это и правда похоже на крест, но это могилка, друзья. Есть компьютер, тоже очень хорошо сделан, без всяких багных текстур, но опять же через него мы можем пройти. А дальше у нас идет золотой кран, довольно странно звучит и выглядит, но все же это так, и у него даже текет вот такая синяя струйка, которая просто выполнена в виде текстуры. Есть декоративный столик, ну по идее он декоративный. На нем вы можете что-нибудь покушать или просто на нем постоять. Здесь есть еще несколько видов мебели, но она немного багнутая. Есть шторки, но раньше в мебельных модах мы видели шторки, которые мы могли закрывать. Но пока такой возможности у нас не имеется. Ну, собственно, вот на этом все. Ставьте лайки и, конечно, не забывайте подписываться на канал.